Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас очередной будет трешачок. У нас наконец-то попались топовые гильдии на китайке. То есть одна даже гильдия попалась. И я надеюсь, сегодня мы потрешуем Минотавром и все-таки проверим его на топовых растах. Не в плане там того, что будет сложности какие-то. Как вы знаете, на китайке нету сложных раст. Тут не заморачиваются, тут в основном все играют, скажем так, свое удовольствие. Здесь нету такой гонки, как на русском сервере, либо на английском сервере, где сложные расты, сложные топы. У нас сегодня будет повторно, опять же, тест вот такого вот Минотавра. 9-9 ремка, которая дает плюс 90% урона на 10 секунд, также 100% заряд энергии. Также будет 8-й порочный пакт, который дает плюс 150% рунами. То есть, по сути, у нас Минотавр особо офигенно. И помимо этого, я ему сейчас еще поставлю панчбокс. Надо будет его, кстати, докачать. Сейчас гляну, что там у меня по пэтам. Да, не хватает. Надо будет его дособирать. Все, никак не соберу. Сейчас посмотрим, что тут по акциям. Нету сегодня у нас панчика. В общем, такая вот сборочка. Панчбокс просто обалденный питомец, я уже вам показывал. Он тоже дополнительно нам будет давать 105% урона. То есть, по сути, если Минотавр один раз попадет, он сносит в любом случае любое здание. Но, есть одно но. Как видите, панчбокс сам по себе дамажит все ближайшие цели. То есть для Минотавра, по сути, это интересно. В чем суть? Попробовать панчбоксом затащить. Вот видите, здесь мы смогли затащить. То есть тут он 100% выносит. А вот как будет на других раз, так тоже интересно. Так. Что у нас тут? Ну, в принципе, я думаю, нам этих героев вполне хватит. Не будем мы там заморачиваться сейчас набором. У меня набор предыдущий стоит. То есть ничего, скажем так, сверхъестественного, нам, думаю, хватит этих героев, чтобы добить. Окей, поехали. Ну, питомцев, с питомцев, как видите, у меня на добивалку нет никого. Кто там уже на меня нападал? Поехали сюда. Ну, вот это гильдия. Тут 5 топов у нас есть. Тут сам интерес в том, чтобы задеть. Вот видите, расстановочка у него, опять же, одна дырка, вторая дырка. Попасть по зданию, то есть посмотреть, вынесет, не вынесет, не вынесет. Вот видите, что делается. Сейчас попробуем здесь возле героев сразу же выбросить. В принципе, тут никто у нас понижать ничего не будет. Но видите, его сразу же смотритель сливает. Сейчас попробуем юнитами. Так, Лазулик включился, отлично, Фрайка 100%, то есть выносит по-любому. А здесь здание уже прокачано, то есть, как видите, урона у него однозначно хватает. Так, тут у нас надо слить юнитов. Тут раста будет повеселее, даже не знаю, где мы тут зацепимся. В принципе, я плюс-минус знаю, где мы тут зацепимся. Но нам нужен будет здесь Анубис. То есть сборки с ремкой плюс пакт хватает на любого топа без бафа с панчбоксом. Единственный, конечно же, минус — это панчбокса надо как-то пристроить. Потому что он сносит сразу же 4, по-моему, цели, если не ошибаюсь. Так, где там наш Анубис? Возьмем этого Анубиса. Так, ремочка. Так, кого сюда поставить такого интересного? Mm-hmm.
Так, ну-ка идем попробуем. Можно, в принципе, и фрай вытащить. Тоже неплохой вариант, но ее надо чем-то хилить. Попробуем все-таки огником. Так, Анубис раз ударил. Ну, я надеюсь. Ай-яй-яй, слили все-таки. Да, печальненько, печальненько. Эх, а я-то думал, что сейчас мы тут потрешуем. Так, два захода есть. Ну давай, продержись. Да, блин, конечно, видите, Анубиса сливают. Вроде, казалось бы, должен нормально выдерживать. А он под смотрителем сливается как-то странно. Так, два. Давай, 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 родной. Три. Вот так вот, ребят, то есть не подберешься, но ну, я не знаю, что делать. Надо куда-то отводить. Сейчас попробуем еще разок отведем. Если получится. Тут фрай его шатали, ну блин. Ладно, попробуем через орника забежать. Так, отлично. Ну что, сольете моих? Отлично, сейчас попробуем. Супер. Так, не пропадай. Вот так вот. То есть, как видите, есть фрая, это даже плюс. Если у вас, конечно, есть чем выманить. Но в любом случае, опять же, урона у нас хватает. То есть, я уже не знаю. На битве гильдии против Минотавра просто уже ничего тебя не спасет. Любая расстановка, как бы ты там ни ставил, конечно, надо вот для таких, конечно, надо иметь таких же героев топовых, но донатные, в принципе, донатных проходят налегке. Если не Ронином, то такой вот тактикой с Минотавром. Сейчас попробуем. Нет, панчбокс, смотрите, как все сносит. Ладно, пусть бежит. Жесткий Минотавр, сейчас он походу ни одного здания не ударит. А нет, ударил, смотрите, 95-100. Добежал все-таки. Так, окей, поехали следующего. Так, опять то же самая ситуация у нас. Ладно, попробуем. Попробуем сделать то же самое. Самое главное юнитов посливать. Так, ну-ну, добей, добей, добей. Блин, сейчас не добьют, наверное, или добьют. Я немножко поспешил. Надо, чтобы моего огника сейчас слили. Отлично. Вытаскиваем. Минотаврика сюда. Бум. Так. Окей. С этим разобрались. В принципе.
Там, где Фрейя, везде можно также бегать. С одной стороны, Фрейя как бы круто на дефе, а с другой стороны, она вот так вот, по сути, вам мешает. Потому что вы своими... Так, 464, а что тут у нас первый топ? Прикольненько. Ладно, попробуем сразу же на героя выпустить. Они там все вместе. Затащит, не затащит? Не, не затащит. В общем, такие вот веселые расстановочки на китайке. Мне он просто не успевает. Ну давай, Минотавр, добежи. Ну, раз, два, три, четыре, не, видите? Надо еще, чтобы совпало вот так вот. Короче, ребят, такая вот битва гильдии веселая. 6220, в принципе, это новый топ на китайке наш. Это максимум, который я здесь набивал. Как видите, Минотавр просто бешеный. Имеешь Минотавра, нет никаких проблем ни на битве гильдии, ни на подземках. Плюс новый питомец, но опять же с новым питомцем есть нюансы, но все равно весело. Все, пишите комменты, какие вы хотите увидеть составы. Уже будем на английском сервере завтра проходить битву гильдий. Всем удачи, всем пока.